Что ты мне дала, кукаш? Брат, поединок очень ответственный. Какие мысли в голове? Сейчас остается все меньше и меньше времени. Ну, в голове ответственность. Как говорится, сколько времени пахал и слишком много народу уделяло мне внимание, помогало. И сейчас в нужный момент нужно не прохлопать, собраться. Как ты можете оценить, ну, что скажете о нем? Он отличается сильно от других? Он абсолютно непредсказуемый. И в этом-то и непонятно, что как получится. Его прочитать очень сложно. Это ну, такое, своеобразное. Это ваш город, ваша публика. Что там, возможно, хотите им сказать? Своей публике, своему городу, с наступающим Новым годом, желаю процветать еще больше, чтобы им сделали дороги ровными, чтобы... Голос за кадром. Голос Питера. Чтобы он становился еще краше и краше. И сейчас вот накануне Нового года, я считаю, что Новый год в Питере – это один из самых-самых красивых городов в Европе, и не только в Европе, в мире. Я хочу, чтобы он процветал и становился лучше и лучше. Ответственно не выходить здесь, конечно, в Санкт-Петербурге? Конечно. Это какой уже поединок по счету? Мы помним, здесь... если уже был здесь на бой, ты выступал за Сейсупом, правительством. Три титульника. Три титульных поединка здесь. Подготовка чего-то отличалась от иных? Ну, в принципе, нет. Просто менялись тренера, там, Али Хасанов сейчас по ударке тренировал меня. Так особо ничего не изменилось. Вся подготовка, мотиватор тим в своем зале. Ходили к вольникам, тоже боролись. А так в основном все по накатанной, все по старой схеме. В связи с прошлым боем кое-какие нюансы сделали. Изменения, какие-то нюансы. А так все по старому. Предпочтительно. Как пойдет поединок? Партер, стойки? Я абсолютно без разницы. На самом деле, вот с таким бойцом, как он, абсолютно без разницы, как пройдет бой, я готов и ударки, и я не думаю, что он там супер-пупер такой ударник. Да, в начальных секундах он очень опасен, и нужно быть дисциплинированным и не хлопать. Главное, с ним главное не хлопать, как говорят ушами. Всем спасибо. Спасибо.